В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Доме культуры Протокского сельского поселения проведена районная патриотическая акция «Память Победы». В фойе Дома культуры была организована выставка «Память не гаснет, слава не меркнет». Здесь были представлены книги о войне, фотографии, гильзы, военная каска и солдатский котелок. В зале Дома культуры для жителей хутора, а также учащихся педагогов 43-й школы был показан фильм об освобождении Славянского района «23-й день весны», подготовленный нашей телерадиокомпанией. О долге памяти перед павшими бойцами сказал в своем выступлении настоятель свято Казанского храма отец Олег. Тот патриотический дух, который мы хотим воспитать в вас, это та надежда на то будущее, что вы понесете дальше эту память о всех тех воинах, которые освободили наш славянский район. Пусть только, еще раз повторюсь, только по книгам, только по истории вы будете знать об этой страшной войне. В тематической творческой программе приняли участие сотрудники Славянской межпоселенческой библиотеки с литературно-музыкальной композицией «И памятен каждый герой». Также с песнями на военно-патриотическую тему выступили народный вокальный ансамбль «Комплимент», солистка Славянского городского дома культуры Анна Курская, народный вокально-инструментальный ансамбль «Шанс». Словно высший суд на ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солдат, ни обмануть, ни с пути свернуть. Патриотическая акция «Память Победы» проводится районным управлением по культуре. Планируется, что подобные мероприятия пройдут во всех поселениях района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».